Для смешивания добавьте 2 яйца. Перемешайте. На сковороде обжарьте 2 блинчика с двух сторон. В чашке соедините майонез и немного чеснока. Перемешайте. Готовые блинчики выложите в нахлёст и смажьте майонезом. Поверх выложите крабовые палочки, натертые на терке. Сверните в рулет. Готовый рулет нарежьте на порционные кусочки. В итоге мы получаем очень вкусную закуску на любой праздничный стол. Всем приятного аппетита! Чашку для смешивания натрите крабовые палочки на мелкой терке. Затем на мелкой терке натрите отварные яйца, чеснок и сыр. Немного подсолите по вкусу и заправьте майонезом, хорошо перемешивая. Огурцы нарежьте кружочками. Выложите на тарелку. Поверх огурцов выложите ранее приготовленную массу. Украсить можно по своему усмотрению. Я украсила кусочками редиски и укропом. Всем приятного аппетита!